Мы вот в этом году взяли за правило наносить разметку, то есть с количественным на более на качественный показатель переходить, это наносить ее с помощью пластических масс. В этом году было уделено внимание это жилмассиву Черемушки, центральным по улицам, улице Краснова, улице Вильямса, немного Киевского района. В следующем году мы планируем посвятить больше акцент сделать на поселок Котовского. Что для этого нужно? Мы сейчас на сессию, вот, которая на следующую сессию, готовим изменения в бюджет СМЭПа и просим добавить туда расходов именно на материал, на краску, в том числе и обновить парк СМЭПа, ну, обновить технику. Техника, которая наносится на используется СМЭПом на сегодняшний день, она, ну, у нее уже как 14 лет спустя закончился срок, грубо говоря, годности. Поэтому она постоянно ломается, и нанесение хотя бы одной улицы занимает, ну, приблизительно от времени в 2-3 раза более, чем нанесение той же улицы силами подрядчиков. То есть мы очень сильно проигрываем. Поэтому вот сейчас мы просим внести изменения в бюджет, чтобы на следующий год увеличили расходы на материалы, в том числе и хоть что-то обновили среди машин, которые разметочных машин.